Глава города провел встречу с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Общение получилось продолжительным, напряженным и, по оценке Владислава Пинаева, продуктивным. На самом деле, им же приходится сталкиваться в большинстве и отвечать на те вопросы, которые они задают потом мне. Да, все мы прекрасно понимаем, что на все вопросы ответов, конечно, найти невозможно. То есть их остается достаточно большое количество. Но, тем не менее, разъяснять, говорить, искать выходы из той непростой ситуации, в которой люди оказываются, это наша задача. Сфера интересов ассоциации – жилищно-коммунальное хозяйство. Большинство вопросов затрагивали частные проблемы. При этом их решение порой вне компетенции муниципалитета. Тем не менее, глава города дал целый ряд поручений по итогам беседы. Сложилась такая традиция, что глава города, он может ответить на любой вопрос. И он может максимально решить вопросы, которые не решает, допустим, кто-то, кто обязан этим заниматься. Поэтому люди идут к главе города. Все наши вопросы выслушаны с большим вниманием. На каждый вопрос мы получили достойный ответ. Встречи решено сделать регулярными. Они будут проводиться один раз в квартал.